Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию в больнице, куда он попал еще зимой. Сегодня олимпийский чемпион поделился своими новыми достижениями. Сейчас его главной задачей является укрепление мышц и тренировки с протезами. Он успешно справляется с преодолением всех сложностей. Как видно, Костомаров уже научился ходить на протезах по лестнице, без поддержки делать махи ногами. Роман говорит, что каждый день осваивает какое-то новое движение. «Каждый день стараюсь делать что-то новое, но хочется уже бежать и прыгать», — говорит Костомаров. Если протезы на ногах он показал еще несколько дней назад, то состояние рук после операции впервые. Самые тревожные слухи подтвердились. Роману ампутировали не только ноги по колено, но и кисти рук. Фигурист ходит на перевязки. Протезы для рук ему подберут после того, как врачи закончат работу с ногами.